Всем привет, друзья! Сегодня будем делать санки детские. Габариты будут примерно такие. 90 сантиметров длина, 25 высота и где-то 40 сантиметров ширина, может 45. Посмотрим, как это будет смотреться. Так, если вы подобным решили заняться, санки стоят, ну вот сегодня у нас октябрь 2020, на сегодняшний день. Ну и самых там силуминовых запчастей и металла, самого обычного, где-то 2000 рублей. Вот. Ну, соответственно, если вы решили заняться, у вас есть инструмент, то почему бы и нет, вам понадобятся электроды. Двойка, тройка, маска, сварочный инвертор со всеми причиндалами, болгарка, естественно, клещи сварочные, перчатки, уголок, я взял 2,5. 25 уголок, это для полозья. Ну и кучка металла брухта, из которого там все остальное делается. Да, и еще, ну естественно, вы, наверное, захотите сделать спинку там и из дерева седло, ну соответственно дерево. Ну как-то так. Ну и поехали. Теперь же нам нужно загнуть. Каждые 2,5 сантиметра мы будем делать надпил болгаркой, а потом эти места сварим. Вот там у нас 90. Само полозье будет 90. Вот. Почти. Вот так, хотите где-то... Нет, все отлично. Сейчас я их доведу до ума, чтобы они стали ровно с дружкой. Ну, это будет примерно выглядеть вот так. То есть, естественно, они должны быть у нас в одну высоту и так далее. Я сзади еще вот так вот сделал. Купил 10 сантиметров, распилил и вот так вот загнул. На второй то же самое. Ну и поехали дальше. Значит, теперь мы будем делать... У нас остался уголочек. Ну, соответственно, 40 сантиметров. И привариваем поперечку 23 сантиметра. И таких два квадрата. Здесь по центру у нас пройдет вот такая вот у меня. Ну, труба есть. Вот так она станет, да? Прихваточками здесь и здесь сбоку, значит, зафиксировали трубы, а предварительно их, естественно, я почистил. И вот вторая наша. Сейчас я неспроста вот эти два полозья сделал вместе, для того, чтобы отметить болгаринкой места будущей установки крепления. Дальше варить будем на полу. Thank you.
идеально завалил. Такие вот получились санки. Сейчас все это надо будет проварить, все это на прихватках. Все проварить, вот здесь вот проварить вот эти вот места. Варить их буду, наверное, прихватками. Так, проверяем наше. Ну, почти идеально, почти. Так, а ну-ка, проверим. А, так у нас пол такой же, друзья. Вот он пол, смотрим. Чуть-чуть. И вот здесь получается чуть-чуть тоже. Санки для сына. Кто хочет, кто не боится сварки, кто не боится, можете делать. Но это еще не конец. Вот здесь приварил такие ушки. Хорошо держится. Варил двоечкой с отрывом, аккуратненько. Здесь приварил гаечки. Здесь, здесь, здесь и здесь. Для того, чтобы держать спирт. Спирку сделал из арматуры. Вварил вот здесь гаечку. Здесь будет это выглядеть все вот так. Ну, сейчас оно не прикручено. Я ее держу. Вот так будет это все. То есть спинка будет съемно откручиваться. Здесь мы видим болты. Задние гайки мне не понадобились. Я посверлил сзади. Вот так сделал. Ну, соответственно, сейчас это просто на болтах. Если вот снять, вот видим отверстие. Ну, естественно, это все притянется гаечками. Ну, чисто съемный вот такой из арматуры. Задние гайки я зря только время потратил на них. Ну, не было понимания, как это будет в итоге. Крашу кисточкой, краска кстати, вот такая. Я уже один слой нанес. Краска просто была в запасе. Панзер какой-то. Гладкая черная краска для металла. Без грунтовок, без ничего, просто покрасим. Красим арматуру сверху. И делаем седло. Пусть так будет. Покрасим. Здесь тоже, ну, один слой, сейчас будет второй. И нарезаем вот таких дощечек. Отполировал их болгарочкой. Сейчас будем скрывать лаком. Лак вот такой. Лак. Ну, это тоже остатки. Собственно, ничего тут никто не покупает, потому что это же самоделки. Самоделки всегда из остатка делаются. Все, скрываем. Друзья, ну вот все покрашено уже по второму разу. Теперь все аж блестит. Вот спинка. Вот так она расположилась, выкрашена. Значит, и дощечки. Покрыты лаком. Это первый слой. Конечно же, будет еще второй. Второй буду делать через 3 дня, как положено все. И уже вам покажу результат, что же получилось. Высохли санки, высохло дерево. Все отличненько. Сзади потеки, наверное, сейчас посмотрим. Ну да, ну это понятно, внутреннее. Чуть не страшно. Ну что же, собираем. И смотрим, как будет. Ага, вот она лежала у меня тут, сохла. Высохла. Нормально все. Ну и спинка. Пьем пиво и собираем сорт. Ну и вот, народ, финал. Вот что получилось. Я считаю, что прям супер. Все держится, смотрите. Вот я поднимаю, значит, здесь я сделал вот так вот, ну, болт, и я подложил две гаечки, чтобы дерево уже не трогать. Значит, здесь у нас две петельки аккуратно приваренные к
Кстати, я вообще не сварщик, прям даже не любитель. Варил там третий раз в жизни. Ну вот электрод двоечка и все в порядке. Как-то так. Еще раз, все это обошлось в 200 рублей. Ну, если, конечно, у вас есть там болты, гайки, болгарка, сварочный аппарат и так далее, то вот 200 рублей я потратил на вот этот уголочек. Да, ну и, кстати, можно, мне тут знакомый подсказал, трубогиб есть какая-то такая хренулина, загибать вот эти вот, то есть можно было с помощью него загнуть металл и не резать, как я резал. Ну, вот эти вот вырезания, чтобы не тратить время, потом проваривать все это. Ну, и тем не менее, смотрите, сзади вообще красиво. Спинка, я считаю, супер. Ребенок не выпадет. Конструкция получилась прям очень даже славненькая. Как-то так. Сзади еще и гаечки приваренные, можно что-то там примудрить. Какую-то потом, не знаю, для родителя, допустим. Можно какую-то площадку сюда прикрутить, опорную, чтобы вставал и катился вместе с ребенком. Хотя, с другой стороны, вот на вот эти вот встал, вот так вот. И вместе с ребенком с горки можно скатываться. Доски посадил на вот такие вот болты. Давайте посмотрим, что снизу. Ну, болт, гайка, все как обычно. Можно, кстати, ну, контргайку туда поставить еще, чтобы не откручивалось. Но я посмотрю, я не думаю, что будет откручиваться. Если вдруг будет, я обязательно поставлю. Ну, наверное, добавить сюда надо еще и краску. У меня просто она была. Все, всем удачи, покеда.